Первомайский райсуд своим решением заключил депутатов Дюгурку Кенеша, Асылбека Джеймбекова и Турабая Зулпукарова под стражу в СИЗО ГКМБ на 2 месяца. Как сообщает пресс-служба комитета, в рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтур, межведомственная следственная группа продолжается следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу. Так, 31 мая после производства ряда следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция», было вручено уведомление депутатам Дюгурку Кенеша, Джеймбекову и Зулпукарову. В этот же день Первомайским райсудом рассмотрено ходатайство следствия в отношении Асылбека Джеймбекова и Турубая Зулпукарова, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Отмечено, что ГКМБ будет на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела. В поддержку 2 депутатов у здания суда собралось около 100 их сторонников. Ранее по факту коррупции при реализации проекта Кумтур ГКМБ был задержан экс-премьер-министр Кыргызстана Өмурбек Бабанов.